Здравствуйте! Сегодня 30 марта 2017 года. Такого еще я не помню, что 30 марта шел такой вот снег. Глянем на улице, температура какая. Вот видим температура. Около 4 мороза. Ночью обещают к 7 мороза. Но не знаю, как будет. Виноград у меня раскрытый. Я его не собираюсь накрывать. Осенью я его накрывал, было когда уже около 8-9 мороза. Он у меня закаленный. Сейчас снегом еще маленько припорошито так, закроет его, и он будет у меня укрытый. Вот видим, тут у меня лежат виноградные побеги. Они теперь все под снегом. Ничего им страшного не будет, даже если и 7 или 10 мороза, ничего страшного не будет. Вот здесь тоже они у меня лежат. Все уже снегом укрыто. Снега где-то сантиметров 10, не менее. Вот. Смородина, конечно, дала уже зеленые почки. Мне пришлось ее ложить на землю и укрывать мешковину, и снегом укрыл, чтобы почки эти не вымерзли, потому что зеленые почки вымерзнут. А на винограде они еще, почки мне не тронулись. Вот здесь мы видим еще открытый чуть-чуть куст. Его можно маленечко так снегом вот притурушить. Вот маленечко. Здесь оно мне просто в ведре. Вот этот виноград молодой. И эти морозы, которые будут этой ночью, они ему не повредят. Вот какая красивая погода на улице. Зимой даже редко когда так было. Все укрыто, все убелено. Вот мы видим, что бывает с погодой. Не так, как мы располагаем, а как сверху посылается нам. Метет даже. Зимой такой снег даже не был пушистым, как сейчас. Вот мы наблюдаем, какой пушистый снег, какая зима, не хочет уступать свои полномочия. Но с воскресенья уже обещает потепление до плюс 6-7. Вот такой краткий обзор на сегодняшний день по погоде. Вот как видим, виноградник на месте, все убелено. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха, до свидания.